Kids! И это снова мы, мама Оксана и Дима! Ну что, Дим, чему сегодня научим наших ребят? Мам, мы ребят научим, как будет по-английски Дима. Read that yes or no? Yes! Yes. Friends, winter! Давайте скажем вместе. Winter! А еще раз. Winter! Мам, чтобы не заболеть, нужно одеваться потеплее. Дима, я знаю, что мне нужно одеть. Look, смотри, у меня тут что появилось. Cap, кепка, hat, шапка, and mittens. И варежки. Наверное, зимой я точно одену cap. Cap, cap, put on cap. Yes, Дима? Good? No! No? Why not? Hat. Mom, it's long. It's hat. Hat? This hat? Yes. Okay, hat, put on hat. I like his hat. Oh, thank you. Дима, а давай теперь научим ребят, как будет по-английски шапка. Хорошо? Hat – это шапка. Hat, hat, hat. Hat, hat, hat. Jacket – это у нас что, Дима? Куртка. Yes, right you are. Jacket – put on your jacket. Оденем курточку. Считаем, ребятки, вместе до трех. One, two, three. О, Дима появился в куртке. Jacket. I like your jacket, Дима. What color is it? Yellow. Yellow and green. I see yellow and green. Hat and scarf. Say with me. Скажи со мной. Hat. Hat. Scarf. Hat. Scarf. Okay. Put on. Put on your hat. Hat. Ребят, правильно делаю я? Look. Oh, no, sorry, Дима, sorry. Now, that's good. That's better, Дима. Давайте теперь повторим. Что же одел Дима у нас? Hat. Scarf. Jacket. Теперь мы, ребятки, смотрим сюда и повторяем. Hat. Scarf. Jacket. Yes, Дима? Yes. Молодцы. Теперь вы говорите, а мы снимаем, окей? Say. Boom. Hat. Scarf. Scarf. And. Jacket. Jacket. Ну что, ребят, вы молодцы, постарались и запомнили, как будет по-английски зима. Дим, как? Winter. Правильно, winter. Как будет по-английски шапка? Boom. Как по-английски будет шарфик? Scarf. И как по-английски будет куртка? Jacket. Yes, jacket. А на этом мы прощаемся и говорим вам goodbye. Эй, а вы помните, как будет по-английски шапка? Hat. А шарфик? Scarf. Только не говорите Диме, что я забрала у него hat and scarf, окей? Okay? Quiet, please. Goodbye.